10 снежня мне хочацца паўтары для ўсіх, не бойцеся. Гэта тое, што сказаў у 80-е папа Ян Павел II, калі прыехаў у камуністычную Польшу. Больш ён нічога тады не сказаў, але хапіла. Я веру, бо ведаю, што пасля зімы наступае вясна. Алесь Бяляцкі. Гэта Маланка Арт, я Александр Радзько. Вітаю вас. Адна з галоўных падзей, якая адбылася ў апошні час, гэта, безумоўна, уручэнне Нобелеўскай прэміі міра беларускаму праваабаронцу Алесю Бяляцкаму. Урачыстая цырымонія адбылася ў Осла 10 снежня ў дзень правоў чалавека. На ёй прысутнічала жонка Алеся Наталя Пінчук, якая выступіла з прамовай, якую яна напісала, выкарыстаўшы ранейшыя цытаты мужа. Якраз да гэтай падзеі ў свет выйшлі дзве новыя кнігі пра Алеся Бяляцкага. У кніжнай серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзе» выйшла кніга «Алесь Бяляцкі на свабодзе», у якую ўвайшлі сабраныя інтэрв'ю праваабаронцы, а таксама рэпартажы пра ягоную дзейнасць. Другая кніга выдадзена беларускім пэн-цэнтрам і надрукаваная ў выдавецтве «Полацкія лабірынты». Кніга была прадстаўлена падчас цырымоніі ўручэння Нобелеўскай прэміі міра. Кніга пра Алеся Бяляцкага выйшла 8 снежня за 2 дні да цырымоніі ўручэння Нобелеўскай прэміі міру ў Осла. Канешне, рыхтавалі мы яе ў рэкордныя нават для сябе тэрміны, усяго месяц заняла падрыхтоўка гэтага выдання і працавала над гэтым цэлая каманда людзей. Кніга выйшла ў выдавецтве «Полацкія лабірынты». Гэта трэцяя кніга ў гэтым выдавецтве і з цікавостак, якія нам падаюцца важнымі і якія цяпер будуць згаданыя ўпершыню. Тут можна пабачыць месца выдання кнігі, гэта Мінск, Варшава, Мінск. То бок мы такім чынам запланавалі вяртанне і дэкларуем яго гэтай кнігай у тым ліку. Кніга змяшчае найлепшыя тэксты Алеся Бяляцкага, якія былі выдадзены ў ягоных папярэдніх кнігах, але таксама і новыя матэрыялы з лістоў, а таксама матэрыялы з прэсы, якія публікаваліся ў незалежных СМІ, у блогах. І тут я хацела б выказаць вялікую падзяку і тым незалежным СМІ, якія друкавалі блогі, якія друкавалі артыкулы, інтэрв'ю Бяляцкага, а таксама, безумоўна, праваабарончаму цэнтру «Вясна», які выдаў некалькі кніг Алеся Бяляцкага, дзякуючы выдадзеным гэтым матэрыялам, мы маглі выбраць найлепшае і сабраць гэта ў такую кнігу, якая, на наш погляд, павінна была б быць падставай для перакладаў на замежныя мовы. Таму што гэтая кніга, яна, на наш погляд, найлепш раскрывае ўсебаковую шматгранную асобу Алесі Бяляцкага, як не толькі як праваабаронцы, не толькі як дысідэнта, але і як культурнага дзеяча, як літаратара, аднаго з стваральнікаў таварыства маладых літаратараў «Тутэйшыя». І таксама кніга змяшчае фотаздымкі і выказванне ягоных сяброў-паплечнікаў, якія дапамагаюць нам лепш пабачыць, якім чынам Алесь Бяляцкі адбіваўся ў душах сваіх сяброў. Кніга выйшла, яна знаходзіцца ў Варшаве фізічна, але мы ўжо паспелі перадаць некаторыя часткі накладаў у Вільню, будзем старацца перадаць таксама ў іншыя гарады і заклікаю ўсіх гэтую кнігу набываць, бо мне здаецца, што сёлета, асабліва ў гэты час, перад калядамі, калі мы ўсе верым у цуды, а Нобелеўская прэмія міра, гэта таксама цуд, не гледзячы на тое, што яна заслужаная. Алесь Бяляцкі абсалютна варты яе, ён ужо не раз намінаваўся на гэтую прэмію, то заклікаю ўсіх такім чынам падтрымаць, таму што мы прадаем гэтую кнігу, каб пакрыць выдаткі на яе выданне. Але калі будзе сродкаў больш, то гэтыя дадатковыя сродкі пойдуць на падтрымку рэпрэсаваных дзеячаў культуры. Беларускі паэт, літаратуразнаўца Андрэй Хаданович атрымаў медаль падзякі Еўрапейскага цэнтру салідарнасці ў Гданьску. Медаль уручаецца людзям, якія садзейнічаюць аднаўленню вольнай Польшчы, выбітным інтэлектуалам, дысідэнтам, журналістам, творцам, хто абараняе ўсеагульныя правы чалавека, прасоўвае ідэі салідарнасці,
працуе на карысць паразумення паміж народамі. Віншуем Андрэя Хадановіча з ганаровай узнагародай і прапануем вашай увазе паслухаць верш у яго выкананні. Восень фарбуе сівое валосся. Восень сніцца зіма. Часу на 10 хвілін засталося. Выдых і болей няма. Стрэлкі ў кліпсідры замерзлі і ў лёдзе скончыўся час вадзяны. Заледзянела паветра ў прыродзе. Храм адмарозіў званы. Тень дацягнуўся да вежы і гадзіннік выключыў сонечны час. Толькі разбітая люстра ільдзінак стрэмкі варушыць у нас. Толькі ў крыві, што да сэрца спяшае, танец святла не пагас. Боль не чужы і любоў не чужая, рухае зоркі і час. Зрушыцца стрэлка, загоецца стрэмка, лёд ручаём запяе. Грукае ў дзверы вясна чужаземка. І разумееш, свае. Хотим обратиться к свободному мышлению другого белорусского политзаключенного, философа Владимира Мацкевича. Завершена работа по созданию аудиокниги его сборника «Свобода и мышление. Эссе о гражданском обществе». В ней вы найдете ответы на многие вопросы. Узнаете, что такое гражданское общество, способно ли оно влиять на процессы, происходящие в стране, объединяться для общих дел и многое другое. Озвучить книгу белорусского философа выпала честь актеру Олегу Гарбузу. Своими впечатлениями он сейчас и поделится с нами. Когда мне пропоновали озвучить эту книжку Мацкевича, я одразу же с задовольнением я погодился. Бо, по-перше, это белорусский философ. Я не скажу, что я зусим ягонами тезисами был знакомы, але это дало магчимость еще поглыбиться мне самому особисто у ягоное разважанне. Ну и вот то, что это философ белорусский, это, разумеете, это много значит для нас, бо мы мусим иметь своих письменников, своих музыков, своих артистов, своих философов, бо иначе, нацией мы полновартостной не сможем попросту отбыться, как нация. Нам это все треба. А по-другое, то, что он теперь находится, мы ведаем где, это так само подштурховывало только в той бок, что это абсолютно необходимо сделать тут и теперь. И, я ведаю, что я могу это сделать якостно. И так, как бы донести ягоную думку до кожного. Я так и сделал, в принципе. Что мог, что было в моих силах. Что я могу сказать на конт книжки Владимира Мацкевича? Она часом вельми простая, и одразу все, разумеешь, все одразу, все достаточно прозрысто, и многие речи попросту становятся на месте, и ты разумеешь, чему так, а не иначе. А иншее место доводится перечитывать, уводить себе в контексты, бо он там спосылается на некоторые прозвища, которые, широкой публицы яны, может быть, и незнаёмыя. Але тым не менш, яна уся вельмі лагічная. Там усё зразумела, калі не з першага раза, то з другога дакладна, з другога ці з трэцяга. І я думаю, што яна абавязковая да прачытання або да праслухоўвання у дадзеных умовах, бо можа быць у 20-м годзе, калі бы мы мелі ў бэкграўндзе гэтую кніжку сваім, то, можа, мы б інакш было б разуменне не такое, як бы, дзіцячае ўсіх працэсаў, якія адбыліся, на жаль, пасля нашай так досыць мяккай рэвалюцыі, як можна, калі яе можна так назваць. Я думаю, што можна. Накануне рождественских и новогодних праздников волонтерская инициатива «Вольные поштовки» запустила адвент-календарь солидарности с политзаключенными. С 1 по 25 декабря
Работает расписание заданий в их поддержку. Календарь доступен на трех языках – белорусском, русском и английском. Много ли людей присоединились к инициативе, мы сейчас узнаем у Анны Шиманович, волонтерки проекта «Вольные поштовки». Адвент-календарь первый раз мы запустили в прошлом году, то есть в этом году мы делаем уже второй раз. В этом году присоединилось больше людей. Мы в этом году перевели его на 6 языков. В прошлом году вот он был на 4. В этом году уже на русском, белорусском, украинском, польском, португальском и английском. Причем интересная история с португальским. Диаспора из Бразилии. Они сами нам написали, причем что они там не просили переведите для нас на португальский, они просто сами написали, что мы перевели ваш календарь, поэтому будем выполнять задания. Поэтому там есть даже люди из Бразилии, кто действительно делает, выполняет задания, причем местные люди, которые пишут в директ нам на португальском языке что-то, но присылают фотографии с выполнением заданий. Где-то 100 человек из тех, вот, кто выкладывает что-то, отмечает, это вот участники. Человек, наверное, 30 – это те, кто каждый день делает обязательно каждое задание. Поэтому, да, он, в принципе, получил такое достаточно хорошее, приятное распространение. Мы, когда его создавали, придумывали задания, мы старались, чтобы это было что-то несложное, связанное в том числе не только с политзаключенными, но и вообще с заботой о себе, о своем ментальном здоровье, потому что, в принципе, 2 года жить в такой ситуации, в которой даже больше, чем 2 года, жить в такой ситуации, в которой живут белорусы, тяжело абсолютно всем, поэтому там есть и задания, которые направлены на то, чтобы позаботиться о себе, задания на то, чтобы там повеселиться чуть-чуть, развлечься, и задания конкретно направленные на поддержку политзаключенных, направленные на поддержку инициатив, которые занимаются вопросами политзаключенных. То есть мы постарались включить все инициативы, которые вот есть там Политвязанка, Dissident by, SDG, с вот их сейчас проектом, который у них тоже идет сбор на подарки детям политзаключенных. То есть одно из заданий там есть о том, что задонатить вот на эту инициативу. То есть все инициативы, которые как-то связаны, там политзеками, другие, все они постарались упомянуть всех, чтобы люди знали. У нас даже есть такое задание, что вот пройти тест на то, как можно поддержать политзаключенного. Оно, мне кажется, еще будет впереди, поэтому как раз может еще кто-то успеет пройти. Дарья Новик – артистка хора Большого театра Беларуси. В 2020 году была уволена за свою гражданскую позицию. Переехав в Польшу, как бы поначалу не приходилось тяжело, Дарье удалось сохранить любимую профессию и продолжить выступать на сцене. Сейчас она много и успешно работает, причем в разных театральных проектах, как драматических, так и музыкальных. Из последних – «Замова», режиссерский дебют Максима Шишко, а также «Настя», постановки Юрия Девакова, где она играет главную героиню. И вот на очереди Познань, где Дарья Новик участвует в 2 театральных работах. Я считаю отправной точкой всего, что сейчас происходит с нами, со мной конкретно, это спектакль «Настя», который был поставлен год назад режиссером Юрием Деваковым. И этот спектакль был очень хорошо принят польской публикой, был поставлен в театре Повшехным в Варшаве. Мы до сих пор его играем успешно, поэтому Юрию удалось невероятные вещи сделать в этом спектакле. Он всегда актуальный, поэтому это было круто. Это есть круто. И именно в этом спектакле меня заметил режиссер, который пригласил меня в следующую свою работу. Спектакль называется «Мезопотамия». Этот спектакль сделан по пьесе, даже по рассказу Сергея Жадана, украинского автора. И
Может быть, из-за этого Виктор Богинский пригласил именно меня в этот спектакль, чтобы там прозвучала восточная, ну, как бы не только польская речь, но и украинская, белорусская, потому что я наполовину украинка и знаю, ну, могу разговаривать на украинском языке. И этот спектакль мы показывали в театре польском в Познане. Я невероятно счастлива, что мне удалось познакомиться с этой труппой, с этими людьми, с этим театром, потому что я считаю, что они просто невероятные ребята. То, что они делают, это уже пошло намного дальше вперед, даже от польского, даже сравнивая с польским театром, а говорить уже про остальное, про постсоветское пространство, я даже не буду говорить. То есть очень классный театр, очень классные ребята, они, у них очень классная współпраца вместе. Спасибо им большое за то, что они меня поддержали, то, что было сложно, спектакль на польском все-таки языке, то есть я там разговаривала на украинском, на польском и пела на английском, вот, приблизительно вот, да. Очень непросто было, но я справилась, потому что сразу уже после этой премьеры меня пригласили в следующий проект этого театра. Вот сейчас, сегодня была первая читка. Спектакль называется «Гага». Этот спектакль будет поставлен украинской режиссеркой Сашей Денисовой. Она сама и драматург, и режиссерка. Спектакль будет о том, чего еще нет, к сожалению, о суде над Путиным и его и же с ними. Вот. Сложный, очень сложный текст. Когда это происходит до сих пор, то есть это же не, мы не говорим о каком-то прошлом, да, мы говорим о настоящем, и невероятно сложно слушать и читать даже. Я уже не знаю, как это будет в работе. Все это и документальное, и недокументальное. Очень сложно. Но оно того стоит, я считаю, что нужно об этом говорить, несмотря на то, что это сложно. Это нужно говорить хотя бы для того, чтобы люди, которые видят только новостную ленту, иногда включали не только мозг, но и сердце, душу. Вот для этого нужны мы, театр, который рассказывает немножко с другой стороны все. Мы продолжаем следить за свободным искусством Беларуси и знакомить вас с творчеством деятелей культуры. Не забывайте ставить лайки и делиться с друзьями ссылкой на нашу программу. Я прощаюсь до следующей недели. С вами был Александр Радько. Всем мира, любви и добра. Живи Беларусь! Слава Украине! Свободу политзаключенным!